Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад вас всех здесь видеть. Поздравляю вас с пятым юбилейным слетом. Мы представляем Ассоциацию ветеранов войны Афганистана, город Набережные Челны, Республика Татарстан. И хотелось бы отметить от себя лично, от всего нашего боевого братства, организаторов этого фестиваля и вручить им благодарственные письма. Наиль Сагитович. Я зачитаю сейчас одно письмо. Примите сердечную благодарность за вашу активную творческую деятельность, которую вы оказываете ветеранам войны и воинам-интернационалистам. Ваш пятилетний юбилей. Желаем вам дальнейшего продолжать добрые дела на благо людей, и их сердечная благодарность будет вам достойным вознаграждением. Желаем мира, добра всем вам и вашей семье. Живу для вас, товарищи ветераны. Клюев Константин. Да, сегодня ему тоже много лестных слов в адрес было, поэтому мы тоже решили не отставать. Зато проведенное мероприятие, то, что они организовывают, это большое дело. Рябченко Валерий. Каскадеры. Мы еще Серендееву, но его так как нет, я передаю Клюеву. Серендееву Сашу все знают, даже помню, да? Он приболел просто. Спасибо, Салам Бача. Чуть-чуть туда, надо на фото. Служу же, Салам Бача. Мелехов Николай. Только видел. Где Мелехов? Дорогие друзья, и еще хотелось бы нам тут сделать подарок. Токаренко, Григория нет, мы передадим ребятам, москвичам, я думаю, они оставят. Он срочно убыл, поэтому кто есть за Токаренко, кто получит? Ну-ка, давайте. Так, Николай Николаевич, Агеев. Вот это достойная личность. Так, дорогие друзья, и еще один подарочек мы хотели вручить, это Захарову Сергею. Вот, картина, писанная детьми, которые вообще о войне как бы многого не знают. Серега. Это 13-я школа искусств. В прошлом году на наше мероприятие приезжала директор этой школы искусств. Поэтому в этом году немножко не смогла, но активно участвует, поддерживает вообще мероприятия вот эти, проводит. У нас КамАЗ собирает друзей в городе, пограничников очень сильно с ними дружит. Поэтому просила передать
достойному. Я думаю, нашему знаменосцу, который в этом году поднимал на 5-м юбилее знамя, это будет. Салам, бача. Все, большое спасибо.